Сумесное с Китаем предприятие по поглубленной перепроцову цельного волокна может заявиться в Могилевской области. Про это поведомил первый наместник старшини Могилевского облаконкама Олег Чекида подчас пресс-конференции. До речи, сегодня господарки в области отримали один из лепших за опошние 10 год урожай льна – 36 центнеров с гектара. У вогуле у 2016 году сельскохозяйственная галина спрацевала у плюс, рентабельность склала 0,6%. Отрималось поменьшить выдатки на одинку продукции на 7,7%. Одна из поспеховых галин – раслиноводство. Господарки намолотили 1 миллион 91 тысячу тонн збожжа и назапасили под полную потребу зеленых кормов. А вот же данный миллион тонн молока надоить поколь не отрымалося. Однако, по словам Олега Чекиды, это справа часу. Залежит она от якости выполнения технологии вытворчести и працовной дисциплины. Мы прекрасно понимаем, что в сельском хозяйстве, в переработке, в обслуживающих организациях те деньги, которые вложены сегодня, завтра, конечно, отдачу не дают. Порой приходится ждать от года до 5 лет, чтобы получить те показатели, на которые мы надеемся. Тем не менее, аграрная галина имеет добрый темп развития. Сярод планов на будущий год еще больше снизить страты, поширить экспорт и увеличить заработную плату.